Уже 10-й год подряд в Нарве проходит международный турнир по дзюдо под названием «Нарва Куб». В субботу город посетили ребята из разных стран, многие из которых впервые приехали на турнир такого масштаба. Участвуют 7 стран у нас, почти 350 спортсменов. А участвуют в таких стран, как Литва, Латвия, Эстония, Россия, Финляндия, Беларусь и Украина. С каждым годом турнир набирает обороты, и все больше спортсменов пытаются попасть на эти соревнования, чтобы показать свое мастерство. Помощь в проведении турнира оказывает Нарвское городское управо и отдел культуры. Без такой большой работы такого турнира, наверное, не состоялось. Спасибо вам всем. Я думаю, что город, где проводят такой турнир, будет, конечно, славен этим.